Сегодня, в день 70-летия Великой Победы, проходит уникальная акция, которая так и называется «Народная Победа». Ее участники – все, кто хотят поделиться военными страницами из истории своей семьи. По замыслу организаторов, акция «Народная победа» позволяет показать подвиг героев Великой Отечественной войны на примере отдельной семьи, а также рассказать историю через фотографии дедов, прадедов, ушедших в свое время защищать Родину. Елена Реднова уверена, эта акция прежде всего направлена на воспитание патриотизма в подрастающем поколении. Эта акция, вот, особенно для детей, у меня мой сын настоял, чтобы повесить фотографию прадедушки на стене памяти. Эта акция очень патриотичная. Вот я сегодня прошлась по аллее, я видела лица людей, и мне самой очень трогательно и приятно, что мой дедушка участвовал в этой Великой Отечественной войне, что и с его помощью нам досталась эта победа. За моей спиной фотография моего дедушки, Такасабродов Юрий Георгиевич. Он ушел на фронт молодым мальчишкой, 17-летним, служил на Малой Земле, то есть у нас на Кубани. Он был ранен в 43-м году. В парке имени Григория Пономаренко в этот день были установлены специально оборудованные информационные стенды с фотографиями тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Здесь же были представлены копии наградных листов, фронтовых писем и других памятных семейных документов. Славянцы с большим интересом рассматривали уникальную экспозицию. Это очень хорошая вещь. Я думаю, что она очень сильно воспитывает нынешнюю молодежь в духе преданности Родине, памяти о наших дедах, отцах, прадедах, погибших в эту кровавую войну. И просто очень интересно, берущая за душу, даже, можно сказать, выворачивающие слезы, хотя, может быть, они будут попозже. Это здорово. Молодцы. Спасибо. Есть фотографии, со временем вглядываешься в лица, в глаза и думаешь, кто из них, вот может кто-то и дожил до победы, а кто-то, может, умер в последние, погиб в последние часы, как вот у меня, допустим, дядя погиб в Берлине, уже в последнее дошел без ранений до самого Берлина и там погиб. Открыл мероприятие, посвященное акции «Народная победа», глава города Александр Коновалов. Счастье жить, любить, создавать прекрасные города, прекрасные семьи для того, чтобы на земле процветал мир, покой и любовь. Они за это сложили головы, отдали свое здоровье и свою жизнь только с одной мыслью, с одной мечтой, чтобы будущие поколения, внуки и правнуки, жили в мире и покое. Поэтому эта акция сегодня открывается. Я благодарен за то, что вы приняли участие. Благодарен многим жителям, кто принес те портреты, те фотографии своих героев. Акция стартовала в городе в апреле этого года. В течение месяца жители города приносили фотографии своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне, в отдел архитектуры и градостроительства городской администрации. С начала проведения акции нами в отделе архитектуры было собрано около 300 фотографий, наградных писем, листов, писем. В дальнейшем все собранные материалы будут переданы в музей. Там будет сформирован единый архив, с которым смогут ознакомиться все желающие. Многие приходили с фотографиями своих родственников на место проведения акции в День Победы и с помощью волонтеров размещали снимки на стендах. Только утром 9 мая экспозиция, развернувшаяся в парке, пополнилась еще сотней фотографий. Всего было оборудовано 25 стендов, 18 из которых были заполнены полностью. Также в день проведения акции каждый желающий мог подойти к микрофону и лично рассказать историю своих родственников-фронтовиков. Мама работала на военном заводе, где выпускались снаряды. Своих детей, моих старших, брата и сестру, почти не видела, так как работала иногда по 16-18 часов. Свой скудный паёк она делила с детьми. До сих пор наворачиваются слезы от рассказа мамы, какие это были голодные и тяжелые годы. Трехлетняя моя сестра больше всего радовалась не чему-нибудь, а кусочку хлеба, который приносила ей мама в круглосуточный детский сад. Она целовала его и медленно смаковала, как сейчас, наверное, не смакует никто самую дорогую и вкусную конфету.
Учащаяся 18-й школы Наталья Лях представила на мероприятии отрывок из своей исследовательской работы о фронтовых письмах. По словам Наташи, во время изучения этой темы она не могла сдерживать слезы. Моя бабушка была военным хирургом в городе Иваново, и она спасла тысячи жизней. Дедушка прошел всю войну от Сочи до Берлина. Дедушка, когда мы стали изучать уже боевой путь моего дедушки, то, можно сказать, появился новый проект «Найди солдат». Мы создали сайт, на который обращаются люди с целью найти утраченную информацию о боевом пути их бабушек, дедушек. Сейчас у меня есть работает волонтер по всему краю. Мы вместе с ними сотрудничаем, помогаем людям найти информацию о боевом пути, наградах их родственников. Память – священная дань защитникам Отечества. Прошедшие с победного 45-го года не сотрут старых ран в душах ветеранов. Их память о страшной войне и о великой победе – наше наследие. Сберечь эту память, сохранить связь поколений – это наша общая задача. А дети, внуки и правнуки должны понимать цену мирной жизни, понимать и беречь ее. Именно для этого проводится акция «Народная победа».